Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд на сегодняшний небольшой патч. Я бы даже сказал и назвал его DLC для The Isle of Rima под названием «Святилище, пчелы и мед». Много было разговоров, я рассказывал об этом в своих новостях. Короче говоря, давайте приступим. Итак, теперь абсолютно для всех хэйчи любого вида травоядных хищников появился новый... Это их определенная зона миграции, да. То есть это святилище для травоядных и хищников, теперь это существует. Просто понюхайте, нажмите на кнопочку Q, и вы увидите вверху на шкале, где компас, вот таких два саговника. То есть это святилище. Туда вам нужно будет идти, так как там будет пропитание для травоядных, так и для хищников. Собственно, для хищников там куча мяса, всего прочего, а для травоядных там существует определенно пока один вид грибов, которые восполняют все три нутриента. По мере приближения к святилищу шкала саговников будет заполняться. После того, как вы придете туда, саговники будут растянуты на всю панель компаса. Собственно, просто нюхайте. Для хищников будет указаны куски мяса, а для травоядных вот такие вот интересные пропеллеры, я бы их назвал. То есть это грибы, которые определенно нужно кушать. Рост здесь составляет до 25%. Как только вы становитесь джувом, вам нужно покидать это место. Да, и кстати, хочу заметить еще вот что. Бойтесь, здесь опасность на каждом углу, потому что здесь до определенного своего возраста джува сидят как хищники, так и травоядные. В общем, короче говоря, также... Если сюда вдруг придут большие хищники, отсюда вас не достанут, потому что саговники так плотно друг к другу размещены, что большие хищники не могут вас прокусить сквозь эти растения. Также замечу, что здесь еще расположены ульи с пчелами. Собственно, вот они. Запомним. Я бы советовал вам не приближаться к ним, иначе начнется атака пчел. А пчелы очень ярые, вас могут закусать до смерти. Лучше обходите их стороной. Также, когда вы достигнете роста джува, покидайте эти саговники, потому что пчелы могут вас уже даже так начать атаковать. Честно, я не заметил, пока я был в этих саговниках, чтобы пчелы на меня просто яростно нападали. Но после того, как я вышел, атака пчел началась. Я не знаю, что их на меня сагрило, но от пчел можно отбиться, лишь только убежав подальше от саговников, от места святилища. Замечу, что эти святилища недоступны для дейназухов. Если... Понравилось? Пальчик вверх, подписка на канал.